ты, Афган, что мало тем, писал бы про другое. Им не понять, как часто по ночам я просыпаюсь от команды к бою. Как рассказать не воевавшим им, не за чины мы шли, не за награды, что каждый день мы в памяти храним из той войны неписанную правду. Друзья уходят, и все меньше нас, а память наше главное богатство, и нам не время уходить в запас, ведь с нами живо боевое братство, и нам не время уходить в запас, ведь с нами живо боевое братство. Им не понять невыжженным войной, мы о войне не понаслышке знаем. В тревожных снах опять вступаем в бой и братьев до тюльпана провожаем. Мы и друг друга братьями зовем, и третий молча разливаем по стаканам. Мы в песнях молодость свою поем, мы той войны далекой ветераны. Друзья уходят, и все меньше нас, а память наше главное богатство, и нам не время уходить в запас, ведь с нами живо боевое братство, и нам не время уходить в запас, ведь с нами живо боевое братство. Сегодня, 15 февраля 2023 года, мы отмечаем 34-ю годовщину вывода войск из Афганистана, вывода наших советских войск из Республики Афганистан. В следующем году будет памятная 35-я годовщина, но мы здесь собираемся с вами каждый год. Митинг, посвященный этой дате, объявляется открытым. Представляется заместитель председателя правительства Ивановской области Зобневу Сергею Витальевичу. Дорогие друзья, 15 февраля, день памяти наших соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами страны. Этот день навсегда связан с выводом советских войск из Афганистана. Навсегда останется в памяти та война, были и другие локальные войны. Через ту войну прошло более 2000 ивановцев. Российский воин всегда отличался героизмом и любовью к своей родине. Сегодня мы отдаем дань памяти всем ветеранам и участникам боевых действий. Вечная память. Слава. Слово предоставляется председателю городской думы Кузьмичеву Станиславу Александровичу. Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, уважаемые участники торжественного мероприятия. На протяжении столетий на Россию всегда нападали всякие недруги. Ничто из западных стран Америки было желание растоптать наше Отечество. Но на пути их вставали настоящие мужчины, которые выполняли боевые задачи и за пределами Российской Федерации, защищая интересы страны. Так было и в Афганистане, в других странах. И сегодня мы видим, как наши героические воины стоят на страже нашей безопасности, выполняют самые сложные задачи по наведению мира и порядка на Украине. И хочется сказать слова благодарности ветеранам, тем, кто, не побоявшись, защищал нашу страну во время боевых действий. Слова особой благодарности сегодня нашим ребятам, которые выполняют боевые задачи на Украине. Мы ими гордимся. Еще раз показывает история, что только сильная Россия, только сильно вооруженные силы и настоящие мужчины могут защитить наше Отечество. Вы знаете, сегодня хочется просто преклонить колено перед памятью тех, кто не с нами. И души тех ребят, которые выполняли свой воинский долг и в Афганистане, и в других странах. И сегодня, к сожалению, есть потери. Они с нами. Они смотрят на нас и молятся за то, чтобы страна была сильной. А пока есть такие люди, ветераны, наши ребята, которые выполняют боевые задачи. Россия – великое будущее. Вечная память павшим героям, тот, кто не дожил до нашего дня, и вечная слава сегодняшним защитникам. Слава великой России, вооруженным силам, ветеранам боевых действий. Слово предоставляется исполняющему обязанности командира 98-й воздушно-десантной дивизии гвардии полковнику Кучанинову Сергею Викторовичу. Уважаемые ветераны, боевые друзья, от всего личного состава дивизии, от себя лично, хочу поблагодарить вас за тот ратный труд, который вы в свое время сделали на благо нашей Родины. Этот праздник называется теперь День ветерана боевых действий, но в историю он войдет и всегда, и чтился моим отцом, воином-интернационалистом, как день вывода войск из Демократической Республики Афганистан. Хочу вам пообещать, что нынешние воины будут достойны ваших ратных подвигов во имя нашей России, во имя нашей победы. С праздником! За последние 270 лет российские войска были трижды практически во всех столицах Западной Европы. И сегодня наши ребята с честью и доблестью выполняют свой воинский долг на Украине. Честь и слава им и всем погибшим, нашим друзьям, родным и товарищам. В память о всех наших земляках, погибших в Афганистане, и совсем недавно, объявляется минута молчания. Память о всех погибших и участвующих в боевых действиях прошу возложить цветы нашему вновь поставленному памятнику.